Вы помните, когда Google первый показал миру искусственный интеллект, который может создать искусство? Это называлось Deep Dream. Да, это выглядит странно. И в настоящее время это ничего особенного. Но в то время я думал, блин, это круто. Мы живем в будущем. Справедливость ради, это был 2015 год. Но, ребята, я недавно открыл для себя кое-что, что снова изменило мою жизнь. Этот ИИ очень хорошо создает картины. Я проще объясню, как он работает. Этот бот находится в Дискорде. Вы можете написать описание того, что хотите создать. И он даст вам 4 варианта, 4 картинки. Это просто. Вы готовы попробовать? Давайте. Так, вначале я очень хочу попробовать просто Чебурашка. О, no. Это выглядит как собака, как... Чё это, блин? Это не Чебурашка. Это выглядит как собака или лис. Или monkey, блин. Это не Чебурашка. Чё за фигня? Блин, это наш первый результат. Это Чебурашка. Но это выглядит, конечно же, очень круто, но... Это совсем не Чебурашка. Следующий мы будем попробовать для моих зрителей. Ой, блин, мне страшно. Чё за фигня? Ла какой? Это странно. Это совсем не гачи-мучи, но... Снова. Все равно это очень хорошее искусство. Мне интересно, зачем эти парни... щеки красные? Может быть, у них есть... гачи-чувства? Стоп. Блин, где деревня? О, господи! Я желаю, что матрешка дал в России выглядел как это. Блин, вот наш результат. Господи, думаю, что направо верхний. Это самый лучший, потому что я вижу деревню, которая она атак. Так, сейчас мы сделаем лучшее качество картинка. Давай увидим результат. О, господи, это так круто. И не забудьте, что это компьютер, блин. Это просто компьютер, который создал это. Это трудно поверить, блин. Я снова хочу попробовать Чебурашку, потому что первый раз я был чуть разочарован. Давай попробуем. Чебурашка visits the Kremlin with his friend Гена, the alligator. Что происходит? Что это такое, блин? Что здесь происходит? Это... Капец, как странно. Я даже не знаю, как описать, что происходит здесь. Он потерял лицо налево верхний. И снова мы попробуем Чебурашка. И мы не остановим, пока у нас есть хорошую картинку Чебурашки, блин. Это выглядит как мальчик, блин. А? Вначале это выглядело как мальчик, но теперь это
как будто странный белый маск на лице. Блин, это очень круто. И это не что я ожидал. Блин, это не Чебурашка, но мне очень нравится, как это выглядит. Если честно, я не знаю именно, что происходит в этом картинке, но это очень крутой стиль. Мне очень нравится. Это выглядит как взрослый эмо Чебурашка. У него депрессия. Все будет окей, Чебурашка. Блин, этот страшный хоррор-фильм «Матрошка», да, блин. Очень круто. Я очень люблю первый вариант и третий вариант. Я хочу сделать оба лучших качества. Давай. Вот первый вариант. О, господи. Это капец как круто, блин. Но определенно у меня будет кошмар, пока я сплю, блин. И вот второй вариант. Блин, может быть, это моя любимая картинка пока что. Это очень страшно, конечно же, но, блин, это выглядит круто, что происходит все крови и черепа, блин. Ух ты. Это выглядит как Сталин. Да? Да, это выглядит как испанский Иосиф Сталин, если он был матадором. Но неплохо. Если вам понравилось видео, subscribe, поставьте лайк и увидимся в следующем видео.